Hey guys, I was traveling to Europe for a few months, and I had a Russian friend who was making homemade shol pastry, so I decided to record it. It's in Russian, but there are English subtitles. So, enjoy. Сварили и мешаем. Перемешали. Все кипело. Кипящую? Да. С... Самое главное, что... С сахаром, с солью. С маслом и все. И добавили добавить хоть что. Потихоньку муку. Потихоньку, чтобы комков не было. Да. Потом все равно размешается, но лучше просто. Да. Оставили. Да. А, остывать на час. Да. Ложим это в миксер. Раз. Сколько яиц? На два стакана 5 яиц. Два стакана. 5 яиц. Яйцо положим. Одно. Перемешиваем 3 минуты. 3 минут берем тесто и кладем его в пакет с насадкой. Так, тесто последний раз перемешиваем. Так, все складываем в пакет. Ну, смотрите. No. Like it's starting now. 1, 2, 3, go. Они в два раза поднимутся или нет? Да. Если все правильно сделано. Просто я сверху вот это, чтобы не подгорало. Сгорало, да. Сгореет. Хотя как-то надо консистенцию такую, чтобы и красоту не убирать эту. Тридцать минут пробовала, сейчас новую партию только что сделали. И сразу же ставим ее в духовку. Ну давай, вытаскивай деревяшку. Ну ты посмотри, да, чтобы знаки вроде как темные, да? А сейчас вытащишь, они белые будут, еще не готовы. Ну только не вытаскивай пока. Нормально у тебя, вон видишь, и тут уже видно, что они не готовы. Шла. Вкладываем, значит, крем-пакет. Да, ты не все. Не все. Накрывай. Да. И будем на... Да. Эти все холодные. Как раз я с собой сейчас возьму. Да? Их начиним. Ну, давай. Так, поэтому полный не наполняй. So that's it, guys. Please like, comment, subscribe, and all that jazz. Also, don't forget to click on the notification bell. So you know when I just uploaded a new video. Thanks for watching, and everyone take care.